Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Сербию встретился с президентом этой страны Александром Вучичем. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети X. В публикации отмечается, что в ходе встречи стороны обсудили двусторонние стратегические отношения, перспективы сотрудничества и региональные вопросы. Президент Сербии поблагодарил Азербайджан за поддержку территориальной целостности Сербии. Вучич подчеркнул, что его страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана.